Клінічний психолог, консультант по лідерству та психології МАЗ з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго вам ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Ми бачимо, що вчора, 21 квітня, Путін, як ми вже зазначили, зустрічався із головою Міноборони Російської Федерації Шойгу, обговорювали Маріуполь, але соціальні мережі звернули увагу і зацікавились відео, на якому можна помітити такі неприродні пози, поведінка обох учасників кабінетної зустрічі. Давайте зараз подивимося фрагмент і з вами після цього обговоримо його. Так, от, власне, ми бачимо зараз цю зустріч. Пане Олеже, от можна побачити, як міцно тримається Путін за стіл правою рукою. Ми бачимо ось його йорзання ногою, як він завжди це робить, піднімає, опускає, соває. А також бачимо, що Шойгу сидить на краєчку свого стільця, ну, як нібито не може сісти повністю комфортно для себе, повністю так, до спинки торкнутися стільця. Також, якщо звернути увагу на вираз обличчя Путіна в момент цієї зустрічі, бачимо, що ніби він якось кривиться і, можливо, відчуває якийсь певний біль. Тож ми подивилися цей відеофрагмент і хочемо з вами його обговорити. І перше запитання. Бачимо, ще речі, так на голову ми звернули увагу, що це, можливо, може бути монтаж. Тобто це підмонтована голова, так накладена поверх. Тому що задній фон, оця пляма біля прапора на стіні, вона, там є фрагмент, його можна, от, хто захоче ще на YouTube окремо знайти, сповільно подивитися, вона пливе, вона разом з головою рухається. Ось цей епізод практично ми побачили. Це може свідчити про те, що насправді Путіна або записували на так звані зеленці, тобто для монтажу, або для того, щоб власне використати іншу людину і змонтувати її з головою Путіна. Пане Олеже, і до вас запитання. Побачили, спочатку обговоримо Путіна, який втиснувся у крісло, буквально розплився у ньому і вчепився руками за стіл. На вашу думку, як можна характеризувати таку поведінку кремлівського диктатора? Ну, это явно не то, как он себя ведет, когда уверенно, если помните, перед западными премьерами, дипломатами, ну, в каком-то смысле, если не по-хамски, но очень открыто как бы сидел, да, то есть здесь явно видно, что человек, ну, если так одним словом сказать, покалеченный, да, такой калечный. То есть это либо физическая боль, либо психологически такое тяжелое состояние. Ну, а может быть и то вместе. И тут еще же как бы еще сам факт, ну, мы точно же не можем знать, что там с Путиным, да, то есть первое. Второе, нам бы, конечно, было бы хорошо, чтобы какие-то специалисты там по видеозаписи могли подтвердить или опровергнуть вот то, о чем вы говорили. Но тут же есть факт, который вот уже неопровержимый, они эту запись выпустили, то есть такую. То есть это уже как бы говорит о том, что, ну, как бы не все в порядке. Не все в порядке, раз даже такое выпускают. То, что сидит Шойгу на краешке стола, ну, это как бы нормально, это докладывает перед хозяином. То есть это символически он как бы чувствует себя там вторым, ниже по статусу, и докладывает из этой позиции. То, что Путин держится за край стола, то это как бы, ну, тоже, это чисто психологически, то есть, вот, да, точка опоры. И опять же, это может быть связано и с болью физической, а может быть и с сложным психологическим состоянием. Ну, потому что, ну, психологическое состояние должно, ну, как бы, все для этого есть, потому что сколько бы там не скрывали, то есть очевидно, что, ну, весь план, который реализовывал Путин, он провален. Провален, и еще непонятно, что будет дальше. Ну, то есть сегодня уже там 22 число, и даже вот, как бы, видите, как Мариуполь обыграли, что я даю указание прекратить штурмовать Азовсталь. Ну, то есть, это же говорит о том, что они не могут эту задачу решить, хотя, казалось бы, то есть, сколько, это как Сталинград получился для России. Поэтому то, что он явно не в лучшем состоянии, это точно. Да, это приятно, осознавая, что враг в таком тяжелом состоянии, но я хотел бы сказать, что это вряд ли скажется на том, что сейчас что-то поменяется в военных действиях. Скорее всего, это он будет идти до конца. Ну, до конца не в смысле, там иногда начинают думать, ядерная бомба и так далее, а до конца получить какую-то победу все-таки, что-то выиграть. Сломается окончательно после того, как российская армия здесь проиграет.
Пане Олеже, ми можемо припустити, що такі справжні рішення ухвалювалися Путіним не безпосередньо за столом, як ми бачимо у момент зйомки, а заздалегідь. Тобто перед глядачем це відео просто розігрується як така собі невеличка п'єса. Ну, тоталитарном государстве по-другому быть не может. Спонтанности там нету. Именно поэтому тоталитарное государство, когда все контролируется. То есть, как минимум, Путин точно знал, что он там будет говорить. Он мог играть участниками. То есть, участники могли до конца не знать, что они услышат. Но Путин точно для себя знал, что он скажет. Это 100%. А вот еще хотел бы запитати у вас про... оті версії, що, мовляв, Путін, він онкохворий, ми точно не можемо цього знати. Але, з огляду дійсно на його зовнішній вигляд, ми припускаємо, що він хворий і хворий серйозно. От ви, як психолог, можете сказати, людина, яка дійсно має серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як онкологія, і якщо ці проблеми з здоров'ям неминуче ведуть до смерті. От для Путіна в такому стані, якщо це припустити, це може полегшити... власне, рішення, чи зробити рішення набагато простішим для себе, натиснути на червону кнопку. Мова про те, що от коли людина, скажімо так, знає, що їй залишилось небагато жити, чи може вона дійсно спровокувати ось цей ядерний апокаліпсис? Я думаю, не зовсім, тому що він же хоче правити, і він ще не збирається помирати, тому якщо б збирався помирати, тоді да. А він, ми ж бачимо, що він все робить для того, ті лікарі роблять для того, щоб виглядати більш-менш пристойно. Тобто я предполагаю, що він все-таки не уничтожить мир хоче, тому що ну, включити ядерна кнопка – це уничтожение Росії в тому числі. А він, як би, як всяке желання вот такого тоталитарного человека подольше продлить жизнь, пока есть возможности. Поэтому крайний вариант, который остается у Путина, ну он всегда у всех тоталитарных режимах остается, это закрыть страну, превратить в личное имение и там уже как бы контролировать, оставаться хозяином хотя бы так. Продать россиянам это будет не проблема, учитывая российскую пропаганду. Поэтому я, как бы для меня маловероятно, что вот он нажмет на ядерную кнопку. Видите, еще психологически изменилась ситуация. Месяц назад, там полтора, все, ну, когда говорили ядерные кнопки, все боялись этого, ну, дико боялись. А сейчас Борис Джонсон говорит, что он даже не согласовываясь с НАТО, нанесет ответный удар. То есть это изменилось отношение, а ведь все ядерное оружие, оно ведь чем страшно? Именно как оружие запугивания, не оружие применения, потому что применение приведет к трагическим последствиям для всех. Это как бы самый худший вариант, который мог бы быть. То есть Россия в этом смысле точно проиграет, ну, возможно, вместе со всеми. Пане Олеже, і також ще до цього запитання, до припущення ймовірних хвороб Путіна, користувачі соціальних мереж припускають, що Путін, можливо, страждає на хворобу Паркінсона. Це тремтливий параліч, і при Паркінсоні ми знаємо певний такий тремор, і ця фіксація руки, яку так він тримає дуже, дуже міцно стіл, це так, щоб вона не смикалася. Чи може бути таке припущення, і якщо ми говоримо про таку хворобу, як вона може впливати на ті рішення кремлівського диктатора? Ну, конечно, можем, но тут, как бы, знаете, мы можем предполагать много чего. То есть, ну, то, что однозначно мы можем увидеть, что он плох, физически он плох. Что это именно, мы не знаем. Может ли болезнь влиять на психологическое состояние? Конечно, может. Но тут скорее, как бы, знаете, нужно было бы говорить, что здесь сложные взаимосвязи. Ведь сами мысли патологичные, да, они же влияют тоже на здоровье и провоцируют болезнь. Болезнь – это и есть проявление патологии ума. Поэтому я бы говорил не столько о том, что вот болезнь повлияет на то, как он будет принимать решения. Это все и есть в комплексе, то, что с ним происходит, вот такая патология. Это одно другое усиливает. То есть в состоянии болезни, физическая болезнь, а он же находится и психологически в болезненном состоянии. То есть вот эта вся паранойя о том, что нас хотят уничтожить, и мы нанесли упредительный удар, это же болезнь на психическом уровне. Поэтому для меня это как бы вот вещь, знаете, физическая его ущербность и психологическая, то есть это как бы параллельные вещи, идущие рядом. То есть дальнейшее ухудшение ситуации России будет сказываться на его состоянии, ну, как бы в обратную сторону, да, то есть не физика на психику, а в обратную сторону тоже. То, что он держится рукой, это, ну,
Может быть, да, то, что вы сказали, что типа, чтобы рука не дрожала. Но, с другой стороны, это может быть и чисто психологический акт, когда плохо и тяжело, то ты когда сжимаешь что-то, то у тебя как бы такая, ну, чувственная, типа точка опоры какая-то появляется, да, то есть ты где-то больше ощущений создаешь в руке, чем в теле. То есть это больше похоже на это, что для него такой способ в теле опереться он не может внутренне, потому что боль, а вот на это ощущение, оно как бы сбивает эти переживания. Вот да, скорее больше похоже на это. Ми пам'ятаємо також, коли Янукович зрозумів, що втратив свою посаду президента України, він також на своєму брифінгу так сильно стискував ручку, що, ну, одні кажуть, що він її зламав, але якщо там придивитись, насправді він не зламав, просто дуже сильно вона вискочила з руки в нього. От, ми сподіваємося те, що прийде момент, коли Путін буде свою ручку теж так ламати. А до вас запитання з приводу ще одного моменту. От, уважні глядачі, користуючи соцмереж, помітили, що упродовж усіх 12 хвилин Путін під час цього останньої зустрічі з Шойгу, він постійно постукував ногою, сидів. І, до речі, якщо подивитися попередні всі відео останні Путіна, він теж дуже полюбляє от смикати ногою, отак і нею постукувати циклічно і регулярно. На вашу думку, про що це може свідчити? Ну, обычно неконтролируемое движение конечностями, да, то есть это то, что самое дальнее как бы от головы, это вот как бы скрытое напряжение. Некоторое скрытое напряжение, но оно как бы не с ситуацией связано как таковой, а с самим человеком как таковым. Он всегда так делает. То есть и в то же время, оно, мы же не знаем до конца, может быть связано, если в теле есть боль, напряжение, то такие движения, они как бы, ну, такой элемент сбрасывания. То есть, и действительно, он вот этой ногой, получается, правой, да, там, где рукой делал, он больше шевелит, чем той второй ногой. Если все посмотреть видео, он чаще этой ногой двигает. То есть, ну, это какой-то напряг в теле. Но тут, знаете, я думаю, что пытаться разобраться в деталях, оно нам особо ничего не даст. Там ключевое есть, он болен, он деградирует. И это, с одной стороны, плюс для нас. С другой стороны, мы не должны обманываться, что от того, что деградирует Путин, Россия как-то изменится. Вот эти тоже вещи нужно разводить, потому что Путин объединяет в себе, как бы, да, весь этот российский империализм. Но к чему приведет, то есть то, что, скорее всего, он не умрет в ближайшее время, я думаю, что нам все-таки нужно рассчитывать на победу украинской армии. Обов'язково, вона, ця перемога на нашому боці, вона буде. І це доб'є Путіна. Вот это буде колом в рот. Пане Олеже, і якщо ми говоримо те, що Путін почувається себе введеним в оману російськими військовими, і результатом чого стало постійне напруження у відносинах між Путіним і військовим керівництвом, і чи вони цілком спроможні прибрати самого Путіна, звинувативши його у неспроможності, так би мовити, керувати країною, якщо не у державній зраді, так, ну, якщо ми говоримо, пам'ятаємо критику культу особистості Сталіна? Но я думаю, тут как бы ситуация сложнее. Путин, скорее всего, себя окружает теми людьми, которые, по поводу которых он позаботился, чтобы они были, условно говоря, замазаны в крови. Чтобы они понимали, что их как бы благополучие, их будущее полностью зависит от него. И поэтому эти люди, ну, маловероятно, что они будут готовы пойти на это. И, скорее всего, как всякий тоталитарный диктатор, он очень хорошо контролирует это поле, зная всю эту историю, которую знаем мы с вами. Поэтому я бы тоже не рассчитывал на то, что там будет какой-то переворот там и так далее. То есть, скорее, он сделает все, чтобы этого невозможно было. Поэтому тут как бы хотелось бы, да, но опять же, это, я думаю, это маловероятно. Еще хотел бы поставить вам питання с приводу от такого поєднання непоєднуваного, здавалося б. Тому що ми бачимо, що Путін, ну, це, по суті, щось таке середньоарифметичне нинішнього російського такого запиту народного. На жаль, це так і є. Якби Путіна, як кажуть, не було, його все одно росіяни сьогодні вигадали б собі. Так от, Путін собі зараз об'єднує дві такі версії Росії, які, здавалося б, ніколи раніше поєднати не можна було. Це імперська Росія, де от там цар-батюшка. А з іншого боку, це досі залишається великий запит в Росії там на ось цих там Сталіна, на любов до компартії окремих категорій людей і до ось цього КГБ. От КГБ, і яке нищило церкву, і церква, яка була, ну, колись зовсім іншою, ніж КГБ, абсолютно.
звісно, КГБ потім взяли церкву під контроль, але це інша історія. Так от, церква і КГБ нині поєднуються в образі Путіна. Чи ось це поєднання того, що не поєднується, в принципі, може руйнувати особистість як таку в Путіна? Ну, тут смотрите, нам кажется, что это несоединимо. На самом деле, в российской истории этого полно было. Церковь всегда после Петра I была частью российского государственного аппарата и достаточно, ну, следовала всем указаниям, да, то есть просто в российской истории, советской истории был период, начиная там с революции, когда ведь это идеи там Ленина, которые он там привнес, они были такие модернизационные, то есть это, условно говоря, некоторая европейская модель. Сталин это все вернул назад, обратно, то есть потом церковь взял под свое крыло там и так далее. То есть для россиян внутри никакого противоречия нету. Для них изнутри это все как бы, ну, не противоречиво. Потому что то, что мы называем церковью, у нас ведь есть такой стереотип, церковь это что-то связи с Богом, да, то есть там, ну и так далее. А в России церковь другой смысл имеет совершенно, то есть... Это инструмент, имперский инструмент. То есть и, ну, достаточно поменять подход, и вот уже КГБ или там охранка царская, или какие-то там, ну, вот эти инструменты, они между собой не конфликтуют, потому что они служат одной идее. А это, может, скорее вот эти вещи говорит о хаосе, об извращенном сознании, российском, да, то есть массовом, ну, то, что Путин делал, когда вот такой монстр идеологически формируется. То есть это одна часть, о которой вы сказали, ну, как казалось бы, несовместимые между собой вещи и извращение даже идеи церкви. А другой же аспект этого, вот он как бы не очень очевидный, когда говорят вот о русском мире, о русской культуре, то есть вот они же там такие активные россияне говорят, что если мы победим американский мир, то вот это будет возможность для развития русского мира, русской культуры. Но дело в том, что любая цивилизация, почему называется цивилизация, там, американский мир, римский мир, там, ну и так далее, это всегда связано с тем, что этот мир нечто несет человечеству, некоторые идеи. Даже Советский Союз, там была цивилизационная идея, коммунизм. Да, это было утопично, но она была. Если мы говорим о русском мире в сегодняшнем, то там ничего нету, то есть там есть только единственное, что несет Россия миру, это желание доминировать. Все. Там нет никаких инновационных ценностей, вообще ничего. То есть идея просто русского языка и желание доминировать. А это уже деградация как таковая. То есть идет претензия на роль, которой они как бы не соответствуют. То есть это, в принципе, катастрофично и должно развалиться, потому что, ну, никто не может это поддержать. То есть хорошая идея, она же будет захвачена, ей будут захвачены другие и станут союзники. А тут нету идеи. Пане Олеже, спасибі за те, що так чітко по поличках розклали все, що стосується нині як Владимира Путіна, так і тих людей, які його підтримують в Росії. Нагадаємо, що з нами в ефірі був Олег Хом'як, політичний психолог.